А в этом моменте Артем Забелин прекрасно разобрался от самого низкого игрока лиги. Джастин Робинсон эффектно обыгрывает оппонентов. Вау! Спустя несколько секунд Робинсон совершил перехват и организовал быструю атаку, которую завершил Шакил Маккисик с сумасшедшим данком через Демонте Харпера. Наслаждаемся этим постерайзом еще раз. Коти Кларк ограничился одним дальним попаданием, зато оно получилось очень красивым. Когда Шакил Маккисик остается перед кольцом совсем один, пощады не ждите. Бум! Мощнейший слэм с одной руки от форварда Автодора. Соскучились по полетам Майки Даунса? Тогда держите! Американец завершил сольный проход красивым броском сверху с двух рук.